Всем привет! Меня зовут Катя, а в интернете ник у меня Princess Lady. Сегодня я хочу вам показать один из вариантов моего ежедневного макияжа. Также этот макияж может подойти для поклонников таких стилей, как стиль Лолиты, как какой-нибудь стиль типа Долли, для косплееров, для поклонников аниме. Так что, пожалуйста, смотрите дальше. Надеюсь, то, что вам понравится. И давайте начнем. Чтобы тон держался как можно дольше, я использую базу. На каждый день я выбираю увлажняющую базу без содержания силиконов. Такая база не будет оказывать вредного воздействия на кожу и подходит для ежедневного использования. С помощью геля для бровей расчесываю брови немного вверх и оставляю сохнуть. Использую светлый консилер, чтобы замазать круги под глазами и совершенство кожи, а также носогубные складки. Где-то тут можно надеть линзы. Я использую тональный крем от Sephora. Он совсем не плотный, хорошо выравнивает кожу, а также немного увлажняет ее. Сверху наношу светлую пудру с помощью бьюти-блендера. На веки наношу базу под тени, чтобы тени держались дольше и выглядели ярче. С помощью белого карандаша высветляю уголки глаз. Я беру палетку Vice от Urban Decay, это 4-я палетка, и с помощью двух оттенков, Beat Down и Crowbar, закрашиваю века. Фиолетовый оттенок я использую посередине и обязательно тушую его с белым карандашом. Более темный оттенок я наношу в уголки глаз и тушу с фиолетовым. С помощью подводки рисую вот такие импровизированные стрелки, чтобы визуально сделать глаза больше. После немного теней наношу по линии стрелки, а также закрашиваю промежуток между подводкой и водной линией. Белым карандашом захожу чуть дальше подводки. Рисую брови, используя помаду для бровей и консилер. Беру накладные ресницы, кстати, покупала я их на старом добром Алиэкспрессе. Румянами от NYX в клевом оттенке Taupe я контурирую нос. А затем и скулы. Румянами приятного розового оттенка я делаю румянец здорового человека.
очень помогает во время процесса улыбка и смешные щечки. С губами можно и поэкспериментировать, но в этот раз я придаю цвет губам с помощью тинта. На этом я заканчиваю. Надеюсь, то, что видео вам понравилось. Если оно вам понравилось, поставьте мне лайк и напишите комментарий. А также можете подписаться на мой канал и следить за обновлениями на нем. Теперь, после того, как я сказала данную дежурную фразу, я могу сказать до скорой встречи и удачного дня, вечера или ночи. Thank you.